Пешеход – самый уязвимый участник дорожного движения. В любом, даже самом незначительном ДТП он рискует получить травму. Только в прошлом году сотрудники ГИБДД выписали почти 12 тысяч штрафов, а по вине пешеходов произошло около 200 ДТП. За одну смену сотрудники ГАИ фиксируют от 20 до 30 нарушений правил дорожного движения. Желание успеть на маршрутку или сократить путь до магазина толкает нас на нарушение правил и заставляет косить в нужную сторону. Однако переходить дорогу можно только под прямым углом. По правилам, переходить дорогу необходимо шагом. Дело в том, что во время бега внимание человека рассеивается. Он смотрит только вперед, поэтому может не заметить приближающийся транспорт. К тому же светофоры отрегулированы таким образом, что на один шаг человеку дают 1,5-2 секунды. По ГОСТу эту цифру умножают на ширину дорожного полотна и получают время горения пешеходного светофора. Однако летом хочется гулять не только в городе, а дороги не всегда оборудованы даже обычным тротуаром. В этом случае двигайтесь по обочине. Если нет ее, то идите по краю проезжей части. Но двигайтесь не вместе с транспортом, а навстречу ему. В 9 часов вечера на улице становится темно, а это значит, что зона видимости у водителей резко снижается. Поэтому возьмите с собой на прогулку световозвращатели. Маленькие брелоки не займут много места, но будут видны автомобилистам уже за 200 метров. Если вы гуляете вне населенных пунктов, то их наличие становится обязательным. Бывают случаи, когда движение на дороге контролирует регулировщик. Он главнее светофора и дает пешеходам всего 3 условных сигнала. Рука вверх – движение полностью запрещено. Правая рука вперед – движение осуществляется за спиной регулировщика. Руки в стороны – переходить дорогу можно перед лицом и за спиной регулировщика. Обращайте внимание на его положение тела в пространстве. Всего сотрудники ГИБДД разработали 13 основных правил дорожного движения. Их можно прочитать на официальном сайте ведомства. Многие из них известны каждому с детства. Однако соблюдение простых вещей поможет на деле обезопасить вас и ваших близких.